Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Работу дымящих предприятий в Коминтерне собираются приостановить. Сделать это хотят на 5 дней для проведения расследования. По его итогам приостановка производства может быть продлена до 90 суток. Об этом сообщили чиновники во время встречи с местными жителями, которые в последнее время жалуются на сильное задымление воздуха в Озерках. По этому факту природоохранная прокуратура и следком начали проверки. Подозрения падают на предприятия, работающие в микрорайоне. Вопрос с приостановкой деятельности предприятий решат на этой неделе. Программа «Экономика». В Куприте назначили нового руководителя. Им стал Михаил Зыков, который ранее занимал должность заместителя гендиректора, а до этого работал в РСТ. Правда, работает пока Зыков с приставкой в РИО. Информация об этом появилась на сайте рекоператора. Бывший руководитель Рустем Хамидуллин ушел с предприятия в конце прошлой недели по собственному желанию. На этой должности он не проработал и года. Назначен Хамидуллин, напомню, был в декабре 2019-го, когда Куприт перешел в ведение области. Экономика на 101 FM. В Кирове выберут лучшее заведение с доставкой еды. Конкурс среди предприятий общепита объявила Вятская торгово-промышленная палата совместно с горадминистрацией. Жюри не только оценит вкусовые качества пиццы, роллов и других блюд, но будет брать во внимание скорость доставки, соблюдение санитарных требований, упаковку и так далее. Организаторы надеются, что конкурс подтолкнет заведение общепита улучшать качество продукции и сервис по доставке, который в последнее время в условиях пандемии стал очень популярным у кировчан. Заявки на участие от кафе, столовых, ресторанов принимают до 16 октября на адрес электронной почты Вятской ТПП. Подробности конкурса на ее официальном сайте. Вопросы можно задать по телефону 65 15 65. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 77 рублей 3 копейки, евро 90,72. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.